пора, Юрий. Встреча пройдет на втором этаже. Внимание! Приближается колонна Макарова. Вижу. Четыре бронированных транспорта. Макарова пока не видно. Они останавливаются напротив гостиницы. Ты его видишь? Ага, вот он, гад. В третьей машине. Зараза. Кажется, он смотрит прямо на нас. Тихо. Сиди смирно. Теперь они заезжают в гараж. Ладно, Комаров. Начинай. Комаров, ты меня слышишь? Наверное, забыл включить. Неважно. Макаров здесь. Приступаем к выполнению плана. Я на месте. Готовы? Юра, глянь-ка, где там Прайс. Он на крыше гостиницы. А вот и он. На балконе какое-то движение. Снимем их вместе, Юрий. Ты первый. Идем! Нам нужен Николай выбраться отсюда! Вперед возвращается! Надо идти! Идем! Нам нужен Николай выбраться отсюда! Вперед возвращается! Надо идти! Нужен Сол! Мы тебя вытащим! Блин! Погоди из магазина! Пора сваливать!
Идем! Нам нужен Николай! Выбраться отсюда! Вперед возвращается! Надо идти! Ну, Сол, мы тебя вытащим! Юрий, иди вперед и прикрывай нас!
больше! Не отставай! Шевелись! Брось меня, Прайс! Нет! Я тебя вытащу! Направляйся к зданию на северо-западе! Сзади! Осторожно, сзади! Доверял тебе. Я думал, что тоже смогу. Так откуда, черт бы тебя побрал? Макаров знает тебя. Я был молодым патриотом, когда познакомился с Владимиром Макаровым. Юра, проснись. Захаев не хотел бы, чтобы ты это пропустил. Эта сделка принесет нашему движению миллионы. За деньги можно купить многое. Даже власть. Здесь мы начинаем путь к будущему, мой друг. Что значит маловато? Я думал, мы договорились. Захаев не забывал о том, что мы тогда сделали. Награду мы получили власть. Но власть развращает. Все
сегодня мы покажем миру нашу истинную силу. Возможно, тебе тоже немного. Выполняй. Давай. Отправить в небытие несколько тысяч человек одним нажатием кнопки. Произойдет, изменит мир навсегда. Нас ничто не остановит. Даже ты. По-русски. Солдатам, а не убийцей невинных. Но для него это значило, что я теперь враг. Сюда! Здесь выживший! Что ж, Юрий, чуть-чуть времени ты выиграл. Пока что.